Банспец – это банный специалист. Технолог, массажист, целитель – от слова «цельный». Травник – от природы здоровьем наделенный. Немного философ – обязательно чистый и честный духом. И живущий так, как сам другим советует. Спокойствие и достоинство – вот, пожалуй, два качества, которые обращают на себя внимание сразу при встрече с ним, реже с ней. Затем обращаешь внимание на речь, неторопливую, немногословную, однако очень ёмкую при этом. Ощущение такое, что бы ни сказал этот человек, хочется ему верить, именно доверять ему. Сами же слова, фразы, предложения вторичны. Тембр голоса и ритм речи, как будто с тобой говорят все мудрые предки одновременно. Глаза. Глаза. Невозможно сыграть мудрость и доброту. Или есть... Или придет с годами, наверное. Как мы привыкли к декорациям вместо реальной жизни и успели устать от фальшивых улыбок. Да, западный менеджмент – это веление времени. Пожалуй, банспеца – это последний из настоящих. Как монах в храме, банспец владеет пространством и временем, не являясь собственником такового. Он управляет материей через управление духом. Любое взаимодействие банспеца с пространством чуть-чуть приостанавливает это время, делает его мягким и доброжелательным. Вы пьете удивительный банный чай, и ваше тело буквально сливается с ласковыми потоками исцеляющего пара, направленного с помощью семитравного березового веника. Именно туда, где сейчас больше всего необходимо это горячее лесное дыхание. И уже когда кажется, что счастливее быть невозможно, именно тогда банспец начинает настоящий массаж. Именно тогда для русского становится родным слово «нирвана» или вспоминается забытое «благодать». На курсе «Баня мира и тепловая детоксикация» мы изучаем следующие теоретические вопросы. История и типы бань разных народов, роль тепловой детоксикации в СПА, безопасность тепловых воздействий и их дозирование, то есть медицинский аспект воздействия банной процедуры, питание, витамины, минералы и напитки в бане, алгоритм банных СПА-пакетов различных национально-культурных традиций, управление мотивациями клиента. СПА-пакетирование с учетом конкретной специфики – афура, русская баня, турецкий хамам, финская сауна, римские термы. Практическая часть – веничный лиственный массаж, самурайский массаж, пилинги, восточный массаж ног, медовое глазирование, мыльный арабский массаж, традиционный русский массаж лыковыми мочалками, византийский массаж головы, кисе, арабский горячий массаж, хамам-йога, бирманский массаж. Экзамен, индивидуализация типового СПА-воздействия и создание СПА-композиции, СПА-пакетов, ДСПА, СПА-программ в зоне тепловой детоксикации. Мы обучаем не только техникам парения. Мы обучаем медицинской безопасности, что, согласитесь, крайне важно. Как по пульсу определить необходимую и достаточную нагрузку для каждого конкретного человека? Как приготовить правильный квас? Какой мед подобрать для медового массажа? Курс «Банный специалист», «Баня мира» и «Тепловая детоксикация».